В Армавире с помощью депутатов городской думы была заасфальтирована площадка перед входом патологоанатомическое отделение и отделение судебно-медицинской экспертизы. Из-за плохого состояния асфальтового покрытия на этом участке городской больницы после дождей собиралась вода. Этот факт доставлял неудобства как гражданам, так и сотрудникам отделения. В непростое в экономическом плане время депутат Армавирской городской думы Адам Ниров нашел возможность оказать помощь в благоустройстве территории больницы Армавира и проведении ремонта асфальтового покрытия. Городская больница города Армавира, профсоюз городской больницы выражает огромную благодарность администрации муниципального образования города Армавира в лице Андрея Юрьевича Харченко, председателю городской думы в лице Александра Валерьевича Полякова и лично депутату городской думы Нирову Адаму Мусовичу в благоустройстве территории городской больницы в районе патологоанатомического отделения. Работа по асфальтированию площадки перед входом в патологоанатомическое отделение и отделение судебно-медицинской экспертизы заняла 2 дня. В первый день дорожные рабочие подготовили площадку, а затем положили новый асфальт. Всего было заасфальтировано 400 квадратных метров территории городской больницы. Теперь этот участок послужит началом для дальнейшего благоустройства. Марина Локтева, Евгений Холманский, служба информации телеканала 360 «Армавир».